Лебеди не являются особенно ласковыми или дружелюбными птицами, они всегда защищают свою территорию и могут быть весьма пугающими и даже агрессивными, но то, что сделал этот спасенный лебедь, в корне меняет мнение об этих птицах. Ведущий телевизионного шоу Born to Explore Ричард Уис в рамках своей программы посетил лебединый сад в Великобритании, где и приключилась эта удивительная история. Мужчина спас лебедя, лебедь обнял мужчину. Прогуливаясь по саду, Ричард увидел лебедя, который пострадал от столкновения с железным забором. Мужчина спас лебедя, лебедь обнял мужчину. Уис помог несчастной птице и ухаживал за лебедем до тех пор, пока тот полностью не восстановился и не смог вернуться в родной сад. Мужчина спас лебедя, лебедь обнял мужчину. Я прижал его к своей груди, чтобы он чувствовал себя комфортно и безопасно. Я чувствовал, как бьется его сердце, он просто расслабился и обернул свою шею вокруг моей. Мужчина спас лебедя, лебедь обнял мужчину. Это потрясающее чувство, когда вы ощущаете связь и доверие этой, не самой дружелюбной птицы. Просто этот лебедь понял, что я не намерен причинять ему вред, а лишь хочу помочь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.